Два молодых балтийских тюленя сегодня покидают ставший привычным бассейн Калининградского зоопарка. Их ждет родное Балтийское море. Эти два тюлененка были обнаружены на побережье в апреле в районе поселков Отрадное и Янтарный. Обоим около месяца, оба на грани жизни и смерти. К тому моменту, когда их нашли, детеныши уже полиняли, но были истощены, обезвожены, с множественными кусанными ранами. Сотрудники зоопарка решили забрать их на реабилитацию. Тогда никто не знал, выживут ли тюлени. В ряде случаев происходят трагические ситуации, когда мать по той или иной причине не может выкормить детеныша. Она может погибнуть в море, например, запутавшись в сетях. Возможно, штормом ее каким-то образом унесет очень далеко. Такие тюленята очень часто становятся жертвами обстоятельств, недокормленные матерями, они практически не имеют шансов на выживание. В бюджете зоопарка средств на выхаживание диких животных не предусмотрено, поэтому деньги на корм и лекарства им собирали калининградцы. Всего собрали более 170 тысяч рублей. Тюленей откармливали свежей рыбой, заодно отрабатывая навыки ее самостоятельной добычи. Если есть раны, естественно, мы наружно это все обрабатываем. Прокалывается курс витаминов, антибиотиков, там общеукрепляющие. После чего, когда они начинают уже есть самостоятельно, их начинают приучать к воде. Здесь наша задача как можно меньше контакта, исключить контакт с людьми. За 4 месяца тюленей вылечили и выкормили. Сейчас они весят около 50 килограммов. Сотрудники зоопарка получили разрешение от Росприроднадзора на выпуск морских животных в естественную среду. В море они в безопасности, потому что занесены в Красную книгу, и охота на них запрещена. Тюлени ушли в Балтийское море в безлюдном месте на Курской косе. Животные чипированы, и сотрудники национального парка еще несколько недель будут патрулировать то место, где их выпустили. Если тюлени выйдут на берег или погибнут, по чипу можно будет узнать, что это за животное. Но пока такого не случалось. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининградская область, ОТР.